Всех приветствую, друзья, с вами Мэр. Добро пожаловать на канал. И в этом видео мы посмотрим, как могла выглядеть World of Warcraft, World of Warcraft 2, аж World of Warcraft 2. Знаете, как звучит вот сейчас, звучит как-то утопично для меня на самом деле, потому что вот если бы мне лет 10 назад сказали бы World of Warcraft 2, я бы такой, ну, блин, это реально, да. Но вот спустя сколько? Четвертый год, спустя 16 лет, а, уже 17, господи, как время быстро летит. Спустя 17 лет, в 2021 году, мне когда скажут World of Warcraft 2, я посмеюсь, по сути, потому что, ну, это уже очевидно, ну, для тех, кто разбирается в теме хотя бы немного, очевидно, нереализуемый и, скорее всего, ну, несоздаваемый, как правильно сказать, нереализуемый, я уже сказал, проект. Почему? Ну, опять же таки, давайте оттолкнемся от того, что World of Warcraft сейчас в концепции чистого заработка денег. То есть, ну, она всегда была так, на подписочной, но она хотя бы в ответ что-то давала, в ответ был хороший контент. То сейчас полный ас, и, короче, ничего хорошего. Но на просторах интернета я нашел хороший, интересный ролик, который хотел бы прокомментировать. Там ребята очень сильно постарались, они сделали красивые пререндеры, и, ну, даже, можно сказать, на движке похоже на Unreal Engine 4, если мне точно ничего не изменяет, мой дальномер меня не подводит, то это вроде Unreal Engine 4, ну, и с какими-то добавлениями, может быть, 4.5, ну, какая там сейчас обновление. Я не сильно силен в этом, но на взгляд могу немножко определить. И как бы получается то, что очень красиво выглядит, но все равно как бы чувствуется, что это немножко уже лет на 10 запоздало, но тем не менее, вот если бы лет 10 назад это вышло, игра с такой графикой, я думаю, она бы хорошо продавалась. Ну давайте посмотрим, что уж говорить, много уже сказано, давайте взглянем, не буду томить, люблю я вас с такими предисловиями загрузить, давайте посмотрим. Ну, Аргримуар, собственной персоной. Тут, правда, разные люди работали над этими демками, но, в принципе, в целом, в одну концепцию они вмещаются. Запределье, конечно же, зоны запределье. Но это мы это знаем, вот ну, знаменитые два лагеря, Альянсы и Орды через дорогу, через дорогу. Так звучит, знаете, как магазин через дорогу. Лол. Типа, вот, ну да, по сути, там, где армия плети шла. Кстати, это не демоническая ли армия шла, или плеть там гуляла, я вот точно сейчас не помню. Кстати, надо перепройти третий Warcraft, прям вот от начала до конца, прям вот одним, знаете, скажем так, дублем постараться, ну, может быть, двумя, потому что там очень много сюжетного времени, но все же. Смотрите, все это динамично и очень хорошо выглядит. Хотя, возможно, это статичная картинка и просто она движется. Даже фигурку такую себе купил, серьезно. Блин, это классно, это классно. Но, знаете, возвращаясь к теме, да, дайте чуть-чуть... Возвращаясь к теме... Поставим это видосик это на фон. То есть, посмотрите, пиратка, да, пиратка и официальные сервера. То есть, посмотрите, это еще статистика, знаете, это еще с 15 года. То есть, видос 16 года, да? Ну, она падает. Ну, что о плохом говорить? Хотя об этом можно сказать. Сейчас они тоже опубликовали статистику в своем квартальном отчете. Они, это Blizzard, если что. Вот, и... Блин, что-то в горле аж пересохло. Лютая жара у нас в городе. И как бы получается, что там дела еще хуже, чем вот эти, вот это падение 15-го года. То есть, то, что у них падение сейчас 15-го года, это даже ниже, не знаю, мне кажется, это уже ниже старта. Это старт был 5-й, 6-й год. То есть, у них даже хуже старта, то есть, хотя старт рос вверх, а это вниз. То есть, у них сейчас статистика примерно... Ну, очень-очень мало народу играет, и это прям, ну, такое себе. Знаете, почему такое себе? Это не, в первую очередь, это не значит, что Близзардам конец. Нет, в первую очередь, значит, это что игре конец, скорее всего, и в нее не будут вливаться хоть какие-то деньги, хотя они и так уже перестали толком деньги туда вливать. Это значит лишь то, что вот, ну, максимум, что нас ждет, я не знаю, какое-нибудь дополнение очередное. Не более. На коленке сделанное.
Блин, как же красиво. Да, друзья мои, вот так мог выглядеть World of Warcraft 2 лет 10 назад. И я вам скажу, было бы очень круто, если бы он вышел тогда. Но, к сожалению, вероятнее всего, он не выйдет никогда. Никогда. Нет, такого. Никогда. Никогда не выйдет. И это тому виной многие факторы, в том числе, безусловно, падение интереса к MMORPG жанру. То есть MMORPG переживает далеко, далеко не самые лучшие времена. Плюс-минус году она в 15-м уже все. 15-й год, наверное, для MMORPG это был уже такой последний, когда хоть что-то было там интересное и выходило. Что же говорить хата, если World of Warcraft помер, то многие другие игры, которые были главными конкурентами World of Warcraft, переживают еще худшие времена. Ну, например, Lineage 2, к слову, у которой выходит то ли мобильная версия, то ли полумобильные с доступом на ПК. Только там они теперь решили сделать возможность, что... Кстати, если кто не знает, в Lineage 2 нет возможности играть, ну, на серверах на европейских или на американских. То есть там у каждого региона есть свой сервер, у того или иного локализатора. То есть, ну, это как бы ограничило в какой-то степени, да, соревновательный дух, и как бы и так маленькие по количеству людей сервера, как бы они страдали от этого тоже. Но сейчас они решили наоборот всю эту концепцию переделать, и то есть теперь со всех стран все на одном сервере будут играть. Я не знаю, как это будет вообще реализовано. То есть новая такая Lineage, и она называется Lineage V. То есть даже не Lineage 3, а Lineage V. Это тоже интересно звучит, то есть как бы они не делают ставку, что это, ну, перерождение Lineage и что это продолжение в Lineage 2, просто Lineage V, и жди от этого что хочешь. Блин, Зерк шикарная, просто парню, который ее делал, просто отдельный большой респект. Я не знаю, он, наверное, душу вложил в эту модельку и просто подарил ее нам. Вот лицезрейте, друзья мои, просто прекрасная. Изера by The Dreamer by Кристина Элернан. О, Элерман, эта девушка сделала. Это нереально красивая поделка. Блин, ну, топово, топово. Она даже здесь, знаете, больше на фею похожа, на какую-то вот сказочную. Но при этом она... Есть вот эти драконьи черты, эти рога ее знаменитые. Очень красивая моделька. Очень нравится. Как этот Борат. Нравится? Нравится? Блин, ребят, кстати, кто не смотрел фильм «Борат», обязательно посмотрите. Это вообще умора просто. Но этот фильм чисто стебный, он не надо воспринимать всерьез. Потому что если всерьез воспринимать, там можно бугуртнуть дико. Так, ну вот таким мог бы выглядеть World of Warcraft 2. К сожалению, мы его не увидим по понятным причинам. В ближайшее время точно. От Blizzard вообще ожидать мало чего сейчас стоит. У них сейчас на носу Diablo 2 Resurrected. Слава богу, хоть не Reforged. 23 сентября выходит. И, ну, лучше об этом в другом видео поговорим. Еще один ролик будет немножко с бугуртом. Но я вам тоже что-нибудь интересное постараюсь там показать. Спасибо за просмотр. Если вам понравился такой ролик и такой формат, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся.